Разрушение берегов, выделение вредных веществ, уменьшение количества кислорода в воде и многие другие экологические проблемы стали причиной проведения второй международной конференции. В Институте геологии и нефтегазовых технологий КФУ говорили на тему палеолимнологии Северной Евразии, опыт, методологии, современное состояние. Здесь собрались исследователи со всего мира. В рамках конференции была представлена школа молодых ученых по микроскопическим исследованиям в палеолимнологии. Завершится конференция 4 октября. Анна Глазунова, Зуфар Галимов, Владимир Нелюбин, Универньюз.